Как проверить тур по номеру заказа в ТУИ? Перед вами страничка сайта «Туризм.Инфо». Здесь довольно подробно расписано, как это все сделать. Можно проверить тур по номеру заказа в ТУИ как с входом в личный кабинет, так и без входа в личный кабинет. Для того, чтобы проверить статус заказа, там оплата, скачать документы, без входа в личный кабинет следует перейти по этой ссылке. Открывается страничка официального сайта ТУИ. Страничка называется «Проверка статуса заказа». Здесь такая форма с тремя полями. Номер заказа, серия паспорта туриста, номер паспорта туриста. Следует заполнить эти поля и кликнуть по ссылке «Проверить статус заказа». Там будет вся подробная информация, в том числе, еще раз повторю, необходимые для скачивания документы. Это что касается без входа в личный кабинет. Если с входом в личный кабинет, может быть даже проще. Для этого нужно или перейти по ссылке на самом сайте «Личный кабинет», или же вот по этой ссылке, где в такой форме заполнить ваш e-mail, если у вас есть личный кабинет, пароль, и кликнуть по кнопке «Войти». Там также в личном кабинете будет вся вот эта вся информация по вашему туру. Но вот если бронировать онлайн, скажем, тур, то автоматически создается личный кабинет, приходит пароль на ваш электронный ящик, где уже можно, соответственно, отслеживать статус заказа. На этом у меня, в общем-то, все. Довольно здесь все просто, ничего сложного нет. Ссылку на сайт, где подробно описано, как проверить тур по номеру заказа в туроператоре ТУИ, я оставлю под этим видео. Все, удачных вам путешествий. Всем пока.